Розетку выкорчевываете явную сайте. Ну, она явно не сибирская называется, она тоже ранетка. Толщиной ты им скажи. Ну, у нас пола 10-15 сантиметров. Сформированная плёночка. Толщина ствола 10. Ствол 10. Вот так, этот зеленый говорит, мир, я понимаю. Им чем больше дерево, тем это дороже. Нет, подождите. Речь шла о том, что однозначно и министерство, вот, и от вас всех предложения. Дай договори. Все предложения говорят о том, что не садить веточки. Да, да. Вот веточки, как раз садить этом, деревья. Вот, деревья стоят дорого. Да, да. Вот в этом как раз я и говорю. Вот в этой как раз связи. Вот смотрите, у нас до определенного момента наше вот это вот учреждение, роща, бор, это было ничейная территория. Мы туда зайти не могли, взять не могли. Сейчас-то мы можем это делать. Что? Мы оттуда можем частично есть, как оно называется, посев-то этот, ну, типа дикий посев, где можно просто вот брать и выкорчевывать. Веточки. Да почему веточки там, какие веточки? Там деревья по полтора, по два метра чем высотой. Мы-то не великие специалисты, как ее выкопать. А вы вот эту зеленую организацию обратились, а вы, у них же они есть? Они доставляют. Вот я про что и говорю. Но я думаю, что сегодня мы и у нас... субботника, а в рамках программы мы это не можем взять. У нас должны быть паспорта на эти деревья. Мы же отчитываемся, что они не ворованы. Кто выпишет? Администрация города. Нет, это питомник выписывает паспорта, что они росли где надо, за ними ухаживали. Светлана Валентиновна, лес-то наш. Я говорю, в рамках субботника мы можем это сделать. Лес наш. А в рамках проведения... Мы